Красота тоже добродетель. Красивая женщина не может иметь недостатков. Легкое сердце живет долго. Чем более нарушена семья, тем труднее подрастающему поколению ее оставить. Оно плохо подготовлено к отделению и цепляется за семью, ища убежище от тревоги и изоляции. Проблема нелюбимости довольно часто оборачивается проблемой собственной нелюбви. Если женщина не сдается, она побеждает, если сдается, диктует условия победителю. Как часто смотрим мы, куда тянется дым, вместо того, чтобы поинтересоваться, откуда дует ветер. Хороший художник способен нарисовать бегуна без ног. Плохо подавленная сексуальность привела в расстройство не один домашний бюджет, а хорошо подавленная – мировой порядок. Нет возврата к тому, от чего ушел. Бедность, нужда – это только мысли. То же касается ненависти, голода, боли. Понимание этого – единственное, что позволяет нам противостоять силам жизни. Без него мы – мусор, пыль на ветру. Рассматривать чьи-то действия как низкие, подлые, отвратительные или порочные, значит придавать неоправданное значение личности их совершившего, то есть потакать его чувству собственной важности. Воин знает, что он только человек. Его единственное сожаление заключается в том, что жизнь коротка, и он не успеет прикоснуться ко всему, что ему нравится. Но и это для него не проблема, это просто сожаление. Океан времен всегда возвращает нам воспоминания, которые мы хотим утопить в нем. У каждой книги есть душа, душа того, кто ее написал, и души тех, кто читал и переживал ее, и мечтал над ней. И в согласии вещей противоречия. Гнев – кратковременное безумие. Глубокие идеи похожи на чистые воды, прозрачность которых затемнена их же глубиной. Любовь в соответствии с различными характерами по-разному пылает. У льва жгучее и кровожадное пламя выражается в рычании, у высокомерных душ – в пренебрежении, у нежных душ – в слезах и унынии. Моменты свидания и разлуки – суть для многих самые великие моменты в жизни. Лучше скажи мало, но хорошо. Не люблю длинных пиджаков. При разговоре с мужчиной я не вижу, как он ко мне относится. Руки – визитная карточка девушки. Шея – ее паспорт.
грудь, загранпаспорт. Зло ошибки не в том, что она бывает, а в том, что люди, сделав ошибку, не стараются исправить ее. Достойный человек не идет по следам других людей. Никогда не доверяй уцелевшим, пока не выяснишь, каким это образом они уцелели. Берегись человека, который упорно трудится, чтобы получить знания, а получив их, обнаруживает, что не стал ничуть умнее. Если бы я позволил своим неудачам или тому, что казалось мне в то время неуспехом, обескуражить меня, я не вижу никакого способа, которым бы я когда-либо добился прогресса. Ничто в этом мире не заменит настойчивости, таланта не будет. Нет ничего более распространенного, чем неудачники с талантом. Гений не будет. Невознагражденный гений – это почти поговорка. Образования не будет. В мире полно образованных изгоев. Только настойчивость и решимость всемогущи. Сегодня у нас были шансы, но нам не хватило таланта. Единственное, о чем я сейчас думаю, это попытаться выиграть все. Кто не карает зла, тот способствует его свершению. Не оборачивается тот, кто устремлен к звезде. Неприходящий урок заключается в том, что война – это катастрофа. Кто бы ни победил, колоссальные людские потери, имущество – это удар цивилизации. Если Сингапур – государство-няня, то я горжусь тем, что воспитал ее. Наша цель во Вьетнаме – предотвратить успех агрессии. Это не завоевание, это не империя, это не чужие базы, это не господство. Проще говоря, просто для предотвращения насильственного завоевания Южного Вьетнама Северным Вьетнамом. У президента есть только один способ иметь дело с Конгрессом, и это постоянно, непрерывно и без перерыва. Если это действительно сработает, отношения должны быть почти кровосмесительными. В мире всего в достатке, он только того и ждет, чтобы вы решили ознакомиться с его несметными богатствами. Денег гораздо больше, чем вы можете потратить. Людей больше, чем вы встречали за всю свою жизнь. Радости больше, чем вы можете себе вообразить. Если вы поверите в это, у вас будет все, что пожелаете. Для того, чтобы изменить другого, нужно прежде всего измениться внутри. Нужно изменить ход наших мыслей. На высочайшем месте двух не бывает. Долог путь наставлений, краток и убедителен путь примеров. Кому-то дана любовь,
кому-то только небо. Когда люди заботятся о тебе и плачут по тебе, они могут исправить твою душу. Торговля – это школа обмана. Чашечка кофе после обеда, и наше самоуважение возрастает. Точно так же достаточно порою небольшой шутки, чтобы сбить большую спесь. Мой страх перед чем-то обычно означает, что я должна это сделать. В своих песнях я затрагиваю очень важные для себя вопросы. Я говорю об усвоении уроков жизни, тех уроков, которые получила в процессе отношений с людьми. Учиться – это дар, даже если боль твой учитель. Я потерпел неудачу, поэтому я преуспел. Вы можете разбомбить мир на куски, но вы не можете разбомбить его до мира. Власть мирным. Я езжу на гибриде. Это Ford Escape. Это моя единственная машина.